Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня открылся опять архидемон, которого я вчера тестировал. Мы сегодня с вами попробуем опять его затестить. Наносит огромный урон, там ребята уже даже повыносили. Пять пятьсот шестьдесят один, вот так вот. Мы уже аж на 19-м месте. То есть нас скинули. Ну, мы не гонимся, мы смотрим вариант, что лучше, как лучше, где оптимально, и поэтому поехали. Ну, надо будет все равно потом выйти в топ. У нас сегодня будет тест тыковки. Это моя тыковка. Давайте так, Химка. Вот такая вот у нас сборка была. Так, укротитель. Ведьма. У нас питомцев позабирал. Так, космос собран, стрелок собран. Ведьма. Сейчас я так пересмотрю. Вот такая вот сборка. Такой вот космо. Такая ведьма. Дальше. Дальше. Фрейку мы тестировали. С фрейки забираем обратно на химку Чикабума. Тыковка у нас вот такая вот. Единственное, мы сейчас на химку заберем Чикабума. Так, химка есть и на укротителя. Где там наш укротитель? По-моему, красная фракция, да. На него вернем вот так вот. Вроде все. Давайте опять по питомцам расставим. Такс. Есть. Второй. Ну что, нам Минотавр не нужен. Третья. Четвертая. Восьмопятый. Попробуем сейчас стартовать с тыковки, так как приспешника в принципе у нас нет. Тыковка у нас такая вот сборка. Следующий заход у нас будет с воодушевления. Поехали. Такс. Там у нас потоком 5561. Окей, выбираем отсюда фрейм, ставим обратно химку. Ну, десятки бессмысленно им качать. Поехали, стартуем с тыковки, выкидываем всех. Я вам показывал, у меня на этом вот отлично, смотрите, у нас разгон уже на этом архидемоне на 53 секунды, и у нас уже практически топовые. То есть мы сэкономили пару секунд. В прошлый раз мы на 19 секунде где-то бегали. Я вам показывал на десятке, пробовал там без прорыва. Просто выпускаешь гровик, сливает. Как-то здесь, не знаю почему так, но здесь так не сливает. Возможно, из-за смотрителя, не знаю из-за чего, но что-то явно не так. Видите, уже мы сэкономили порядка 2-3 секунды. То есть мы должны сейчас улучшить, ну если конечно удачно все будет, должны сэкономить и побить свой предыдущий результат. Посмотрим. Ну это опять же, это рандомчик. Мы сегодня тестируем, что же у тыковки будет топовей. Воодушевление поставить 9 эмблемой, либо же вернуть раскол. Стартанули мы с тыковки, так как демон может ее бить. То есть, соответственно, как видите, мы на первом этапе пару секунд все-таки выиграли. Посмотрим, что в итоге будет. То есть тут плюс-минус 100-200 миллионов, это нормальное явление. Но по первому архи я уже увидел, что мы выиграли секунды 3 из-за того, что мы стартовали именно с тыквы.
Может, где-то так же выйдем, плюс-минус, посмотрим. Ну, я вижу, топором он кидает иногда и снимает бафы. Мы тестировали вчера, выбирали Химку, ставили Фрею, ну, там получилось намного хуже, там с каждым 2-3 секунды на каждом архидемоне теряется. То есть мы там максимум набили 5. Тут тоже топором смотрю, хорошенько так рубит. Но вот, видите, снимает бафы, и видно, что героя просто не получилось, как вчера. Вот вчера первый заход был вообще просто бомбический. Тут опять же, тут все рандомчик, ребят. Как повезет. Но в любом случае, вариант. Видите, 12 секунд, и мы даже не убили 9, а мы уже на 9 секунде в прошлый раз добивали. Тут сняли бафы у нас, и все, и печаль. Ну, 3 секунды мы тут опять топор включил. Так вот, 93 миллиона. 91, точнее. Не догнали. Видите, разброс, в принципе, ничего вроде и не поменяли. Ну, ладно, я хочу сейчас затестить. Поставить на теку воодушевление, посмотреть, как она будет такой сборки на нем разгонять. И опять же, мы с нее стартанем. То есть все то же самое, ничего не поменялось у нас, просто единственное, ставим воодушевление, опять же, стартуем, я сказал, стыковки. Так, смотрим. Вот смотрите, насколько быстрее разгон у нас пошел. Уже на 55-й секунде, то есть за пару секунд мы уже разогнались на максимум. Сейчас посмотрим, какой будет итог, потому что воздушка, она не дает дополнительный удар, она только разгоняет быстрее. Если в случае стыковки снимут баф, возможно, ну, конечно, бешеные разгоны, вам скажу. Этих 3-4 секунды, посмотрите. 20-23 секунды мы уже перешли, но мы теряем один доп удар. Такс, посмотрим, что в итоге. Ну, конечно, тут зависит опять же от того. Как вот, если он бьет топором, значит он снимает бафы и станет. Если он не бьет, как видите сейчас, то все good. То есть он не включает свой скилл. Вот опять ударил топором. Ну, в принципе, у нас тыковка заряжена хорошо. То есть на максимум. Посмотрим, что будет в итоге. Предыдущий заход, по-моему, минута 16 оставалось, когда мы добивали этого. Посмотрим, что у нас получится. Как видите, здесь я опять же использую Космо. Космо один из таких топовых на Архидемоне на сегодня. Ну да, где-то так же мы идем, видите. Плюс-минус ничего по сути у нас не меняется. Вот опять топор прошел, ну в принципе. Посмотрим сейчас. Итоговый результат. Ну где-то плюс-минус, то есть тут. Но разгон явно быстрее. Но мы теряем один доп удар. Сейчас узнаем, что же все-таки лучше. Если побьем предыдущий результат, значит воодушка на таком архе будет заходить на ура. Так, 40 секунд, 39. Опять топор сработал в начале. 39 секунд мы убиваем где-то демона за 35. То есть плюс-минус получается одно и то же где-то в итоге на выходе. Но в любом случае мы сейчас перебьем результат, который был перед этим, потому что там демон все-таки снимал очень много бафа. Но видите, в итоге мы выходим. Ну, 6 секунд, пару секунд сэкономили, но все-таки раскол за счет дополнительного удара будет получше. Это мы потестируем уже завтра.
потому что на сегодня уже у нас попыток, к сожалению, нет. Вот. Вот так вот, пишите комменты, какие составы еще вы хотите увидеть. Я буду делать второй состав с других аккаунтов. Всем удачи, всем пока.